Bayview Entertainment. Искренняя благодарность Роми и Равине, Роджеру Матвани и Макико Матвани. Laughing Lion представляет. Фильм Навнита Чаджара. Сама не знаю. Просто, нужно признать, я долго этого ждала. Знаешь, иногда мне кажется, что я эгоистка. Но согласись, это то, чего хочет общество. В точку. Даже сам Эйнштейн, он был в восторге от творчества, воображения. Да, верно. И не забывая фантастики. Поскольку люди написали о своих идеях, то ученые смогли придумать, как реализовать их в жизни. Точно. Безумие. Я просто чувствую, это мой путь. Верно. Ты очень талантлива. Люблю играть. Это природное. Мне бы так. А ты всегда принимаешь верные решения. Прошу. Спасибо. Мне нравится, что они не нарушают личные границы. Да. Хотя это случается нечасто. А с тобой? О, да. Весело. Люблю встречаться с фанатами. Выпьем за наши потрясающие карьеры. Так, давай я поправлю. Спасибо. Я знаю, как неприятно, когда лицо перепачкано едой. Да, дорогая моя, тебя слышно. Поверь мне, я режиссер. И только я выберу, кто будет играть главную роль. Ты моя единственная претендентка. Да, да, нет, нет, никаких шуток. Ясно? Фестиваль Санденс, Венеция, Канны. Мы стоим на красной дорожке. Да? Да. Ладно, мне пора, я тороплюсь. Позвоню потом. Конечно. Привет, красотки. Крейг. Да, воплоти. А ты? Встреча у тебя в 2 дня. Прости, я забыла. Мы выпили кофе. Я понял. Привет, Ливи. Встреча? Читаем сценарий сиквела. Это секрет? Нет. Что ты? До встречи, Лив. Конечно. Удачи. Мы пойдем. Знаешь, мне тут... Надо сказать Крейгу пару слов. Да. Я буду ждать. Да. Одну минуту. Так, что скажешь? Что скажу? Оливия. У вас встреча? Ее нужно поддержать. А меня нет? Ты великолепна.
Ясно? Поверь. Я нервничаю. Я сказал им, что выберу тебя. Не Кейт? У меня с Кейт ничего нет. Только ты, ты. Молока нет. Ясно. Я куплю. Обещаю. Удачи. Пока. Сыграем. Автомойка. Нет! Змеи и лестницы. Жизнь — это не игра. В ролях Элиана Дона, Марк Редпафф, Ребекка Клей, Шон МакКин, Дэвид Гэмбин, Кассандра Мастерс и Хайди Хотинг. Оператор Кристофер Уайтинг. Композитор Майя Петровна Хилсисин.
Продюсер, автор сценария и режиссер Навнит Чоджхар. Без меня ты никуда. Две звезды, Лиз Палмер и Кейт Росс. Обе женщины на прошлой неделе вели переговоры о съемках в продолжении своего фильма «Ангелы». Лиз Палмер погибла в автокатастрофе, признанной несчастным случаем. Но после смерти Кейт Росс сегодня утром полиция считает их гибель подозрительной. Полицейские сопровождали подозреваемого в участок на допрос, но ему удалось бежать. На данный момент ему не предъявлено обвинение. Полиция просит людей не бояться и сообщать обо всем подозрительном. Свежие данные об этом деле и международные новости смотрите в вечернем выпуске. Мы увидимся в 10 часов. Новости.
Алло. Мама. Привет. Да, все отлично. Нет, что ты, все в порядке. Прости. У нас гроза. Может, поговорим потом? Что? Повтори. Ну, будем надеяться на следующий раз. Они думают об этом? Не знаю. Не знаю. Да, я понимаю. Надо зарабатывать. Конечно, расстроилась. Нет. Какой психолог? Я могу поговорить с тобой. Я знаю. Прости. Прости. Я просто нервничаю. Немного. Да, волнуюсь. Да. Да. Мам, я заперлась. Да, она молодец. Ну, была молодец. Милая. Талантливая. Нет. Нет, мама, не так, как я. Правда? Прекрасно. Когда? Так. Да, я тебя встречу. Спасибо. Пишу. Да. Да. QF 400. Ладно. Да, мама. Зеленое платье подойдет на похороны. Удачи, мам. Мне пора. Да, пока. О, черт. Нет, нет. Крейг? 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 Закрой рот. Вот так. Да, молчи. Крикнешь – убью. Ясно? Ясно?
Разреши мне одеться. Прошу. Можешь отвернуться. Значит так. Я за дверцей. Пушку не опущу. Шевелись. Не наряжайся ради меня. Я ищу что-нибудь удобное. Готова? Почти. Долго. Как мило. Бери, что хочешь, и катись отсюда. Так не будет. Важно доверие. Не хочу, чтобы ты вызвала копов, когда я уйду. Я выстрелю. Значит, я тоже. Я их не вызову. Просто уходи, и все. Доверие? Нет. Давай одновременно опустим оружие. Далеко мы не продвинулись. Что? Что? Хороший вопрос. Ты осознаешь ситуацию? Вполне. Хорошо. Ну? Ты меня не застрелишь? Детка, если бы я хотел, то уже убил бы тебя. Умница. Что теперь? Я замерз. Дай одежду и полотенце. Полотенце здесь. В гостиной есть бар. Иди. Богатый дом. Мило. Он не мой. Крейга? Ты его звала? Да. Твой парень? Вроде того. Шлюха? Актриса. Просто уточнил. Тут очень красиво. Нет, стоять. Не хочу смотреть. Это Крейг? Кен и Барби, да? Так говорят. Самое сложное.
Ты вломился в наш особняк и не убил меня. Пока. Будешь бить? Не провоцируй. Что тебе нужно? Убежище. А полицейские? Кто им позвонит? Тебя уже ищут, я знаю. Сообщили в выпуске новостей. Рассказали о тебе. Фото было? Ну, это ерунда. Я твой друг. Зашел в гости. Ты ранен. Что? Фи-фай-фо-фам. Кровь британца чую там. Верно? Ты убил ее? Да. Она не слушалась. Больше так не делай. Прошу. Что это? Что это за дрянь? Ты звонила? Отвечай, вызвала копов? Аккумулятор. Он просто разрядился. Будешь финтить, я тебя пристрелю. Ясно. Можно мне пойти в туалет? Нет. Мне очень надо. Черт. Пошли. Иди. А можно я пойду одна? После всех твоих выкрутасов? Тут нет замка. Ладно. Только не вздумай лезть в окно. Болтай со мной. Если замолчишь, я войду. Болтать? О чем? Что? Я не знаю, ничего не могу придумать. О чем угодно, черт. Ля-ля-ля, можешь даже петь. Ладно, ладно. Что делаешь? Боже, мне надо хоть немного умыться. Я не слышу. Don't.
Давай, давай. Я не слышу. Слишком долго, я вхожу. О, нет! Не надо! Прошу! Дай еще минутку. Мне нужно расслабиться. Хватит! Времени было много. Пожалуйста. Прошу. Прошу, мне очень нужно. Шевелись. И пой громче. Да, сейчас. Помогите. Помогите. Я не хотел этого делать. Ты меня вынуждаешь. Прости, прости. Это уже было. Снова извинения. Сколько раз я прощал? Прости. Я не хотел убивать. Подойди. И отошли их. Все хорошо. Ясно, ясно. Открой дверь. Слушаю. Привет, я детектив Браун. Детектив Картер. Оливия? Да, мы знаем. Нам нужен Крейг Локвуд. А его нет. Он не приходил. Зачем вам Крейг? Задать пару вопросов. Значит, вы дома одна? Да. Я бы не рекомендовал. Вы плакали? Да. Кейт, актриса. Да. Моя подруга. А это? Ну, я немного увлеклась. Это мое обращение к Вселенной. Понимаете? Может, вам нужна помощь? Нет, я справлюсь сама. Мы осмотрим дом. На всякий случай. Нет, спасибо. Не надо. Ясно. Пока. Слушайте, мы тут патрулируем, учитывая новости. Вы всегда можете обратиться к нам. Замечательно. Спасибо, что сообщили. Я скажу маме. Она волнуется. Мамы. Да. Спасибо. Ладно, мы неподалеку. Да. Пока. Пока. Ты успокоилась? Потому что ты меня не убил. Это большая радость. Думаешь, они притащат задницы в этот домик и спасут тебя? Это патруль? Да. Черт. Пошли. Будем ужинать. Что? Шагай. Thank you.
Виски или вино? Все равно. Вино. Два бокала. Зачем? Я пью, и ты пьешь. Что видишь? Смешно. Избалованная девица, которой нужен хайп. Откуда тебе знать? Я чертовски хорош в дедукции. Она напугана. Конечно, напугана. Жить в районе, где много денег и мало вкуса. Обращение к вселенной. Кошмар. Кошмар – это мерзкая вонь твоего шовинизма. Какая ты крутышка. Эй, пошли. Время дорого. Ладно. Я поработаю за двоих. Тебе же неудобно с пистолетом. Можешь отложить. Я его не стащу. Обещаю. Ты уставший. Конечно, я уставший. После трудного дня выпивка помогает. Ты стрелок? Пушка. Большая. Опасная. Нет! Убери пушку от моего лица. Прошу. Выпьем. Ты хочешь поговорить? О чем? Не знаю. Почему мы сидим в гостиной и пьем вино? Умно. Берегись. Конечно. Ты не поймешь. Ну, объясни. Положим, у меня есть друг. Он сильно облажался. Это система виновата. Дело не в нем. Система. Его обманула. Заставила. И они смотрят, улыбаясь. Сотни белых зубов. Дело не в нем. Так и есть. Бабы. Что? Я просто слушаю.
Твой друг. Ему, наверное, плохо. Вы очень близки с девушкой. Тебе нужен крем. Смягчит кожу. Хватит обо мне. Нет подставки. Я смотрю, ты чистюля. Люблю порядок. Правильно. Читай. Десять шагов, чтобы стать... Громче. Прости? Читай громче. Десять шагов, чтобы стать тем человеком, которым вы мечтали быть. Первое. Нет, нет, нет. Это о тебе? Эта статья не о тебе. Там где-то есть. Страница 5? 25-е. То-то. Читай. Любишь читать о себе? Все, что говорят. Я люблю читать то, что именно я о себе сказала. Ангел в тебе. Оливия Бауман, главная звезда фильма «Ангелы», несмотря на напряженный график, успела поговорить с нашим гуру кино. Они обсудили нынешнюю жизнь, любовь и требования к знаменитостям. Оливия – красивая девушка из маленького городка в Новом Южном Уэльсе. Правда? Что? Маленький город. Правда? Ну, не задворки мира, но... Замкнутый. Вроде. И насколько? Очень. Да. Год назад работала официанткой в модном кафе в центре. С несколькими, никому, увы, неизвестными актрисами. Но прослушивание у режиссера Крейга Локвуда... Так просто? Побегала по кафешке. Ты пробовал? 3 года я училась и работала официанткой по ночам. Выступала в шоу с ранних лет. Мы всегда работали совместно с профессионалами. Нам не платили. Плевать, как ты хорош, раз нет диплома. Ясно? Значит, тебе пришлось потрудиться. Это утешает. Дальше. Давай. Там о твоих родителях. Читай. Зачем? Мне любопытно. Правда. Мы болтаем, пьем, отдыхаем.
Родители. Мои родители такие же, как у всех. И как у тебя. Очень сомневаюсь. Читай. Оливия с любовью отзывается о родителях. Она благодарит их за поддержку. Мама возила меня на занятия танцами, хотя это было далеко. Помню счастливое детство. Веселые разговоры за столом. Я была трудным ребенком. Веселые разговоры, поддержка. Ничего общего с моими родителями. А с твоими много? Нет. Нет. Что случилось? Мамаша сбежала. Ожидаемо. Мне плевать. Такая дрянь. Злобная. Вместо поддержки била меня железным прутом. А отец? Работал. Просто работал. Где он сейчас? Мертв. Ни к чему говорить о прошлом. Да. Будто заводишь слезливую песню, да? Я одинок, не знаю, где дожить свой век. Вокруг меня холодный снег. Да. Трудные деньки. Трудные. Но один из нас красивый. Даже очень. Статья закончилась. Да. Не шибко горячее чтиво. Там больше фотографий. Твоих? О, круто. Люблю фотки. Покажи. Не здесь. К черту фотки, если есть оригинал. Что? Вот. Встань. Вон там. Бегом! Да, это здорово. Еще. С 26-й. Превосходно. Знаю. Есть еще одна. Нет! Нет! Сучка! Сучка!
Господи Боже! Куда? Ты меня уже доконала. А где же Браун? У соседей. Зачем?
Мы слышали крик. Это вы кричали? Нет. Возможно, вы принимаете посетителей? Нет. Вы долго не открывали. Дом большой. Я шла сверху. Ладно. Давайте я осмотрюсь. Это ни к чему. Я совсем одна. Одну минутку. Прошу. Спасибо. Это секрет. Ясно. Брауни не любит запах. Я тоже. Что ж, мы неподалеку. Следите. Охраняем. Звоните. Если что случится. Знаю. Секрет? Что? У тебя с этой Картер. Она курит. Что еще? Боже! Что вы обсуждали? Какой секрет? У нас нет секретов! Ты параноик! Нет, нет, я тебе не верю. Ты заслонила обзор. Не знала, прости. Хватит извиняться, лучше признайся. Что тебе надо? Она ушла. Ты этого хотел, и я ее выгнала. Ты этого хотела? Зачем мне ее выгонять? Еще спрашивает. Ты настоящий дьявол. Наглая, пафосная лгунья. Пушка у тебя. Я ничего не решаю. Нет, я сомневаюсь. Ты играешь в какую-то дерьмовую игру. Хочешь надуть меня? Не выйдет. Пошли, кое-что покажу. Я понял. Что именно? Что ты за штучка? Ну, расскажи. Так заткнись. Куда ты меня тащишь? Сюда. Ну, зачем мы пришли? Где он? Кто? Парень. Мертвый. Здесь нет мертвецов, ты спятил. Может быть. Или ты, или я. Свалилась на мою голову! Давай пойдем внутрь. Зачем? Что ты хочешь там сделать? Новый трюк? Опять магия? У меня нет магии. Нет, не магия, а фокусы. Тут ничего не случилось. Ты устал и плохо соображаешь. Может. Но я не слепой. Ну, что ты видишь? Тут... мерзость. Иди. Иди! Решил философствовать? Я сказал правду. В этом доме творится бардак. С тобой не согласятся. Поглядим. Я считаю... Ты же не видела. А я видел. Что ты видел? Я не знаю! Не хочу здесь оставаться. Ты часть чертовой системы. Ха! Куда ты? Там же полиция! Уж лучше рискнуть. Я тебя всю ночь прикрывала. Ну да, по доброте душевной. Да. У тебя нет души, хватит. Играй без меня, я пас. Оливия. Черт. Выгони их. Проверка. Зачем? Я говорил с соседями. Это причина? У людей есть глаза и уши, мисс. Ну, осматривайте дом, но я здесь одна. Идем. Люди наговаривают на знаменитостей. Не беспокойтесь.
Беспорядок. Говорите, вы одна? Верно. Да. Один для меня, а второй для Кейт. Но Кейт Росс мертва. Я знаю, но я актриса. И вполне могу разыграть Чипити. Вы не убирали? Нет. Вроде бы нет. Я возьму. Детектив Браун. Перезвонить? Да. Крейг. Простите? Тут хотели услышать Крейга. Он не пришел домой. Не знаю, где он сейчас. Очень интересно. Крейг просил позвонить ему сюда. Просто я ведь спала. Ничего не слышала. Крейг дома? Нет. Я не уверена. Крейг... Кто здесь? На что вы намекаете? Ни на что. Я ничего не знаю. Оливия, мы все-таки полицейские. Разрешите нам помочь вам. Я наверх. Жди снаружи. Я боюсь. Не стоит. Хорошо? Мы его возьмем. Все в порядке. Что ты творишь? Сейчас же займи позицию. Боже. Бежал. Я собирался. Почти ушел. Но нашел его снова. Что? Так, принцесса. Открой глазки. Понравилось? Ну? Нет. Ответ на вопрос. Ай, ай, ай. Пустышка. Понятно? У тебя ничего нет. Мужчинам такие не нужны. Не надо, прошу. Видишь, какая грязь. Испачкало лицо. Зеркало.
Слежи. Нет. Да, слизывай языком. Вот так. Начисто. Отлично выглядишь, сучка. Будет громкая история. Оливия Бауман, шлюха и убийца. Сколько? Нет! Сколько стоишь? Да, скоро знаменитым стану я. А? Хочешь автограф? Хочешь? Говори! Да! А еще бы. Я прославлюсь, а ты будешь гнить в тюряге, дрянь. Пойдем. Пора подключить систему. Спокойно. Слушайте. Дернитесь, и я ее прикончу. Понятно? Ясно. Я никого не убивал, но не вынуждайте. Что ты хочешь? Поговорить. Без проблем. Пусти ее, поговорим. Поверь, лучше не надо. Тем более, это моя страховка. Нужна сделка? Потом. Поймешь. Отпусти ее. Тогда... Не держи меня за идиота! Идите! Внутрь! Сняли пиджаки и положили пушки. Туда. Все? Все. Если врешь, ей конец. Я понял. Да. Сели. Ну? Быстро! Итак, мы слушаем. Мистер? Джон Барретт. А ты Картер, так? Не хочу с ней говорить. Только с тобой. Да. Ладно, ладно. Я думаю, можно отпустить мисс Бауман с детективом Картер. А мы с тобой спокойно сядем. Это не так просто. Не волнуйся. Пушка у тебя. Пусть идут. И я обещаю, что с тобой ничего не случится. Но проблема не во мне. Тут сплошная ложь. Слышишь? Да. Точно? Джон, расскажи, что ты хочешь. Ты не понимаешь. Я ничего не хочу. Я не виновен. Да, разумеется. Сегодня ты сделал ошибку, но я могу помочь. Да не в чем помогать. Слушай, эти сучки... Эти лживые сучки. Разуй глаза. Красивые? Они врут. И мне, и тебе. Женщины. Да. Это змеи. Подколодные. Скажи, в чем дело? Ни в чем. Я ничего не сделал. Всего лишь вломился. Так. И только? Только. Проник. И больше ничего. Ты слышишь? Вполне. Мисс Бауман цела, и ты можешь закончить все без потерь. Нет, пойми, они нами играют. Как? Объясни. Я понятия не имею. Но не позволю втянуть себя в такое дерьмо. Какое? Убийство людей. Отлично. Ладно, все хорошо. Слушай, если будешь продолжать в том же духе... Черт! Нет. Я не хочу. Нет. Прошу. Но смогу. Не стреляй, прошу. Я пытаюсь сказать правду. Боже, прошу. Слушай. Внимательно. Врубись. Я никого не убил. Но убийца есть. Понятно? Да. Так. Я хочу свалить.
Потому что нашел тело в этом особняке. Тело? Заткнись! Ты же его видела. Я думаю, ты его и перепрятала. Мистер Барретт, никто вас не обманывает. Ты не видел. Я нашел труп в гараже. Пришла она, труп исчез. Мистер Барретт, мы с детективом Брауном всю ночь вместе патрулировали район. Если вам что-то известно, давайте успокоимся и просто обсудим все. Ты лживая сучка. Зашла одна к ней. Понял? Тебя не было. Она нарочно ускользнула от тебя. Детектив Картер, моя напарница, я ей доверяю. Значит, ты идиот. Она курит. Да. И здесь курила. У нее есть зажигалка. Может быть. Зажигалка не ее. Серебряная. Откуда я знаю? Так, загляни в ее карманы. Иди назад. С любовью, Оливии. Что? Врубился? Ты просил не курить при тебе, Брауни? Она пришла одна. Когда ушла, он исчез. Кто? Подожди. Ты серьезно ему веришь? Я проверила, как у нее дела, пока мы опрашивали соседей. Зачем? Сочувствие, внимание. Просто смешно. Да, я была здесь. Прости, что не сказала. Не верь ей. Даже не думай купиться. Слушай. Слушаю. Что? Я слушаю мужчину с пушкой. Мудро. Ступай наверх. В ванной найдешь Крейга. Иди. Да, я пойду. Опусти. Найдешь его, спустишься назад и возьмешь пушку. А ты? Буду рад проехать с вами в участок, офицер Браун. Обещаешь? Иди. Но не звони и не выходи. Что дальше? Подождем. О, черт! Эй, ты как? Слышишь? Да. Держись. Да. Молчи, я вызываю скорую. Нет, стой. Нет. Стой. Нужна полиция. Я полицейский, но тебе нужны врачи. Так, держись. Это Крейг Локвуд? Конечно. Да, я знаю, что популярна, но она не подходит на роль. Я сейчас не могу говорить. Пригласи на ужин и соври что-нибудь. Не знаю, надо рисковать. Не перезванивай, пока не получишь ответ. Да. Эй, хватит! Стой! А здесь здорово. Да, точно. Ну все, прекрати. Не хулигань под водой. Я больше не буду. Куда ты уплываешь?
детка. Ты от меня так просто не уйдешь. Давай. Я поймаю. Хватит. Нет. Ты должна была напугать ее, Ливи. Не волнуйся. Это случайность. Правда? Разумеется. Все кончилось хорошо. Скажи, я бы справилась без этого. Я хороша? Ты невероятна. Кейт бы провалилась. Таланта маловато. Ты лучше, точно. Смотри, ты же бриллиант. Я все смогу. Все Оскары и Золотые глобусы будут твоими. Конечно. Без меня ты никуда. Крейг? Да, воплоти. Кто это? Подруга. Хелен. А ты режиссер, да? Классный бассейн. Правда? Я думала, ты вернешься позже. Я заметил. Обсуждаешь коварный план в бассейне? Резвишься с ней? Это кошмар, Оливия. Крейг, прости. Нет жажды приключений? Я достаточно узнал о ваших делах. Крейг. Оливия, зачем? Ты сердишься? Рассердишься тут, когда выяснишь, что подружка и убийца, и любительница женщин. Иди поплавай! Стой! Стой! Хелен! Он все расскажет. Боже! Нет, он просто ревнует. Я провела вечер с тобой. Ты слышишь? Лишь с тобой. Подожди. За ним, Оливия. Сейчас. Хелен. Питер. Убийство офицера ухудшит твое положение. Ты защитила мисс Бауман, верно? Именно. Точно. Я понимаю. Так опусти пистолет. Что он сказал? Кто? Не притворяйся. Тебя долго не было, ты что-то обнаружила. Не волнуйся, Хелен. Мы напарники. Мы никогда ими не были. Я знаю, ты хороший офицер. Откуда тебе знать? Я работаю как проклятая, пока ты отпускаешь ехидные комментарии. У тебя чистое дело. Да, точно. Тогда не порти его. Ты просто опусти пушку. Стоп! Ты недооцениваешь меня. Так что он там наговорил? Расскажи мне свою версию. С чего ты решил, что она есть? Там умирающий мужчина, а здесь женщина с пистолетом. Опусти, и все уйдут отсюда живыми. Не все. Все чисто. Правда? Их нет.
Его кровь на моем лице. Отвратительно. Оливия. Ты. Отвратительно. Ну, ты сама сейчас не идеальна. Но я тебя люблю. Что? Посмотри в зеркало. Кровь и зубная паста плохо сочетаются. Зачем ты так поступила? Моей карьере конец. Всему свое время. Из-за тебя я жутко выгляжу. Ты тоже приложила руку. Сейчас я ужасна. Никто не видит. В этом вся прелесть. Но ты видишь. Как и всегда. Нет. Меня не обманут ни твои глянцевые фотографии, ни богатый дом, ни громкий фильм. Ты даже не видела мой фильм. Зачем, если ты у меня перед глазами? Я показала свою сущность. Ты не ангел. Да, потому что я вижу кровь у тебя на лице. Отлично. Без прикрас. Без обманов. Ты защищаешь меня. Я прикрываю тебя. Это реальность. Ты ее видишь? Я вижу. Не надо видеть. Новости. Итак, последние новости о драме, которая случилась в жизни актрисы «Ангелов» Оливии Бауман. Режиссер популярного фильма Крейг Локвуд прошлой ночью был доставлен из своего особняка в Бейсайде в больницу Сиднея. Из-за травм внутренних органов он скончался в клинике рано утром. Последняя выжившая звезда фильма «Ангелы» Оливия Бауман, согласно нашим данным, поправляется после той ночи, когда вооруженный преступник взял актрису и режиссера в заложники в их доме, расположенном в пригороде. Два детектива пытались договориться с этим человеком, но, к сожалению, погибли на месте. В перестрелке, названной мисс Бауман жуткой, но смелой. Офицеры Хелен Картер и Питер Браун всегда будут жить в сердцах коллег, друзей и родных. Преступник, в котором уже опознали Джона Барретта, также умер на месте. Полиция подозревает, что Барретт причастен к смерти Кейт Росс, а также к гибели своей девушки Дебби Мэн, тело которой вчера было найдено в их квартире. Автор сценария, продюсер и режиссер Навнит Чоджар. Оператор Кристофер Уайтинг. В ролях Элиана Дона, Марк Рэдпофф, Ребекка Клей, Шон МакКин, Дэвид Гэмбин, Кассандра Мастерс и Хайди Хотинг.